Вы, наверное, знаете, что стрессы мы проживаем за счет щитовидной железы, а из-за хронического стресса у многих взрослых и подростков возникает или обостряется аутоиммунный тиреоидит. Я Людмила Миронюк, врач, клинический нутрициолог и невропатолог. Официальная медицина заявляет, что аутоиммунный тиреоидит не лечится, и это чистая правда. Ведущие эндокринологи при АИТе рекомендуют выжидать без какого-либо лечения. Когда возникает тиреотоксикоз, назначают тирозол или меркозолил, а при гипотиреозе назначают гормоны L-тироксин или эутирокс. Но при нутрициологическом подходе АИТ очень даже хорошо поддается излечению. И мой практический опыт это многократно доказывает на протяжении длительного времени. Смотрите мое видео «Аутоиммунный тиреоидит излечим», где я рассказываю о проверенных 7 шагах к излечению от АИТа.